Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 6 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Начерти отрезок CD длиной 15 сантиметров. Давайте начертим отрезок CD длиной 15 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот у нас отрезок CD, его длина 15 сантиметров. Теперь нам нужно разделить его точкой К на два отрезка так, чтобы длина первого отрезка была равна 9 сантиметров. Отмечаем длину первого отрезка 9 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отмечаем точку К. Нам нужно узнать, на сколько сантиметров второй отрезок меньше первого. Но сначала для этого нам нужно узнать длину второго отрезка. Для этого нужно из 15 вычесть 9. 15 минус 9 получается 6. 6 сантиметров длина второго отрезка. Длина первого отрезка 9 сантиметров, длина второго отрезка 6 сантиметров. Чтобы узнать, на сколько сантиметров второй отрезок меньше первого, нужно из 9 вычесть 6. Это получится 3. На 3 сантиметра второй отрезок меньше первого. Записываем ответ. На 3 сантиметра второй отрезок меньше первого. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под